Всем привет! Сегодня у меня видео о очередной посылке с сайта iHerb и покажу, что в этот раз я взяла. Взяла на пробу вот такой гель для душа. Огромный просто объем, пол-литра. С фирмой это я уже знакома. У меня был шампунь, бальзам-кондиционер, и мне они очень понравились, поэтому я решила взять и попробовать еще и гель для душа. У него замечательный состав. Продукция не тестируется на животных. В линейке есть несколько ароматов. Я взяла кокосовое молочко. И мне он очень понравился. Он нежный. Сильного запаха кокоса в нем нет. И это очень здорово, потому что я опасалась, что будет слишком ядовитый какой-то запах кокоса. Нет. Он очень нежный, очень деликатный. Практически не чувствуется. Прекрасно очищает кожу, не сушит, хорошо пенится, экономный, нежный, какой-то такой даже, как будто кремовый. Кожу здорово смягчает, увлажняет и очищает. Осталась очень довольна, хватит надолго. Эта марка меня не перестает удивлять. Следующее, что я взяла, это жидкое мыло для рук. Моя любимая фирма Everyone. Уже много продуктов я перепробовала от этой марки. Объем 377 мл. Тоже хороший состав. Также продукция не тестируется на животных. Все соответствующие значки имеются. Обыкновенный дозатор удобный. Мыло тоже замечательное. Тоже мне очень понравилось. У него очень приятный аромат цитрусовый, ну, тут, собственно, сказано, что это лимон-мандарин, преобладает больше всего запах лимона. Это мыло прекрасно подойдет, если нужно убрать посторонние запахи, которые остаются после приготовления пищи. Вот это мыло я, кстати говоря, использую не только для рук, но могу использовать для мытья тела и головы. Прекрасно себя показала, никакого раздражения нету. У меня кожа очень аллергичная и не все мне подходит. Очень довольна, взяла сразу две упаковки, потому что так дешевле получается, скидка еще проходит 5%. С удовольствием пользуюсь. Вот это, кстати говоря, начала уже даже вторую упаковку, а первую я уже измылила. Взяла свою любимую подводку для глаз. Они, кстати, изменили дизайн упаковки. И вот эта упаковка, по мне, так стала как-то она проще и не такой интересной. Та была круче, она смотрелась дороже, как-то богаче. Здесь просто обыкновенная картоночка, ничего примечательного. Но сама подводка, к счастью, осталась такой же классной. Она также в составе содержит серум, который помогает лучше расти ресницам. Я действительно это по себе заметила. Ресницы у меня не выпадают, не так, как раньше. Очень-очень редко, если какая-то ресничка выпадет. Прекрасно растут, отличная длина. Мне очень нравится. Сама подводка просто идеальная. Я покажу свою предыдущую, которая у меня была еще в другой упаковке. Но я, собственно говоря, много раз показывала. Вот такая у нее кисточка, очень она удобная. У меня, кстати говоря, видите, уже распушилась, потому что она заканчивается. Поэтому я себе взяла другую. Рисует очень классно, можно нарисовать стрелочку тонкую, толстую. Держится весь день, никуда не растекается, не размазывается. Прекрасная подводка, ничего лучше я пока еще не нашла. Поэтому постоянно покупаю именно ее. Physicians Formula, органическая, с хорошим составом. Взяла наборчик своих любимых бальзамов для губ. У них появилась новинка. Это мандарин и ромашка. Вот одним я уже пользуюсь. В наборе 4 штучки были по акции. Не взять их я просто не могла. Ну, точно такой же бальзам, как и все остальные. Прекрасно ухаживает за губками. И запах, я не скажу, что сильно мандариновый. Больше, наверное, какой-то цитрусовый для меня с нотками мандарина. Но приятный, классный, мне понравился. Постоянно беру такие бальзамчики. Следующая покупка, которую я беру уже, наверное, в третий или в четвертый раз, это пудра Everyday Minerals.
У меня уже осталось не так много, потому что я довольно-таки давно ей пользуюсь. Баночки крупные дырочки. Сама пудра мелкого очень помола. Она прекрасно ложится на лице. Очень здорово матирует. Целый день она матовость не сохраняет. Хватает матовости где-то часа у меня на 3-4. Затем нужно немножечко поправить макияж. Цвет у меня бежевый. 3N. Очень-очень нравится. Прекрасная просто пудра. Я пробовала разные, но не знаю, как так получается. Именно этой пудры хватает очень-очень надолго. Для себя я тоже пока ничего лучше не нашла, поэтому постоянно повторяю вот эту покупку. Когда я делала на сайте заказ, там была акция на продукты австралийской марки со смешным для нас названием Sukin. И я взяла целых 3 средства на пробу. И давайте по порядку, ну, наверное, начну вот с этого небольшой, с этой небольшой бутылочки. Это увлажняющий крем для лица, для всех типов кожи, без парабенов, замечательным просто составом. Он у меня немножко влажный, потому что храню я его в холодильнике. Покажу состав. Продукция натуральная, веганская, не содержит ГМО, не тестируется на животных. Удобный дозатор, не заедает, прекрасно работает. Огромный объем в 125 мл. Взяла на пробу и не пожалела. Мне очень понравился этот крем. Он больше как даже молочко, наверное, очень нежный и легкий. Для моей сухой, вернее комбинированной больше, наверное, кожи чувствительной с куперозной, прекрасно подошел, очень быстро впитывается, не оставляет жирного блеска, подходит под макияж, использую и утром, и вечером. У него потрясающий просто запах, я просто с ума схожу от этого запаха. Он на лице недолго сохраняется, быстро довольно-таки выветривается, но пока вы наносите, это какая-то ароматерапия просто. Очень классный крем, хватает немного, вот это вот капельки даже на все лицо, и то даже много, которую я капнула. Тестирую его где-то 2,5 недели, и пока очень-очень нравится, нисколько не разочаровал, и очень довольна, что я его купила. Следующие 2 продукта этой марки — это шампунь и кондиционер для объема. Новая формула сказана, я старую формулу не знаю, расскажу свои впечатления о новой формуле. Здесь, кстати говоря, тоже большие объемы в 500 мл. Также хорошие составы. Ну, начну, наверное, с шампуня. Шампунь очень здорово промывает волосы, не спутывает, не утяжеляет, дает действительно небольшой объем. После него волосы какие-то такие живые, даже нет острой необходимости наносить бальзам. Я хотя, конечно, все равно наношу, но если вдруг вы торопитесь или у вас нет под рукой бальзама, то в целом можно спокойно обойтись без него. У меня кожа головы очень чувствительная, склонная к образованию перхоти, и вот мне этот шампунь прекрасно подошел. Конечно, я его еще не использовала до конца, не знаю, как будет к окончанию, потому что объем большой, но пока очень-очень нравится, и запах у него, кстати говоря, тоже просто потрясающий. Не такой, как вот у этого средства, но тоже очень приятный, не знаю, как они это делают. Очень легкий, очень нежный, ненавязчивый, но хочется его нюхать и нюхать. Что касается кондиционера, у этого средства уже запах не такой приятный, не противный, нет, он тоже очень такой легкий, ненавязчивый, но такого восторга у меня, во всяком случае, не вызывает. Сам кондиционер, он густой, хорошо действует на волосы. Они после него блестящие, гладкие, не запутанные, прекрасно их распутывает. После него они прекрасно расчесываются.
не знаю по поводу объема, добавляет ли он или нет, но в целом мне вот эта парочка очень даже понравилась. Конечно, буду дальше еще тестировать, но вот сейчас пока я в восторге от всей этой марки. Не знаю, почему я раньше на нее никогда не обращала внимания, может быть, из-за цены или непопулярности. Но, честно говоря, попробовала и пока очень-очень нравится. Хотелось даже еще что-то попробовать из вот этой фирмы. Ну что, вот такой заказ у меня был в этот раз. На этом я свое видео заканчиваю. Все ссылочки будут внизу под видео. Нажимайте вкладку «Развернуть» и увидите всю информацию. Также код на скидку при первом заказе. Собственно говоря, и последующих заказов тоже. Всем пока и до новых встреч!